В преддверии новогодних праздников работу Люберецкого центра управления регионом проверил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он пообщался со специалистами центра и оценил готовность работы систем ресурсообеспечения жилищно-коммунального комплекса в округе. Ежедневно сотрудники Люберецкого центра управления регионом обрабатывают более 200 обращений от жителей. Новогодние праздники для специалистов – время повышенной готовности и усиленной работы. Сегодня, значит, мы проверили эту работу, да? Сегодня, на сегодняшний день ЦУР полностью укомплектован людьми. У нас все расписано на эти новогодние праздники, то есть сформированы также в каждом муниципалитете аварийно-восстановительные бригады, будут организованы дежурства. В праздничные дни в округе будут работать 15 таких бригад. Нагрузка увеличится на все сферы жизнеобеспечения округа. Среди них системы ЖКХ, энергетики, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. Нами так были даны поручения соответствующим структурам, проведены дополнительные инструктажи, подготовлены графики дежурств, определены аварийные бригады, спецтехника, полностью отработан алгоритм взаимодействия между данными структурами для, скажем так, обеспечения и локализации любой аварийной ситуации. В аварийных ситуациях или в случае некачественного оказания услуг жители округа могут обратиться в единую диспетчерскую службу. Принимает заявки и единая дежурно-диспетчерская служба. Непосредственно у нас диспетчер, принимая эту заявку, сразу ее интегрирует или в водоканал Люберецк, или в Люберецкую теплосеть, или непосредственно в управляющую компанию для принятия неотложных мер. В Люберцах работают 13 ресурсоснабжающих организаций. Самая крупная – Люберецкая теплосеть. Она обеспечивает теплом более 80% жилых домов и все социальные объекты округа. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.